Обучение продлилось 3 месяца. Слушателями курсов стали 30 человек из Тамбова, Рассказова и Уварова. Семинары преподаватели ТГТУ, специалисты отрасли и представители управляющих компаний вели в очно-заочной форме. Усвоить материал помогали практические занятия. Главные темы образовательной программы – это юридические тонкости управления домом, ценообразование, тарифы и энергосбережение. Мы же бабушки Славочки, и нам очень важно было знать, какие законы существуют. Тут нам рассказали, как составлять договора с управляющей компанией, как делать капитальные ремонты, как проводить собрания. Это очень важно для нас, потому что дом у нас большой, и поэтому проблем очень много. Квалификацию выпускников теперь подтверждает именной диплом. Еще на этапе формирования учебных групп выразили желание поучаствовать в переподготовке куда больше людей, чем это было возможно. Поэтому сейчас обсуждается вопрос о продолжении программы.